Сегодня состоялось очередное заседание окружного совета по утверждению кандидатов в наблюдатели по досрочным выборам на 11 июля от конкурентов на выборах. В субботу был последний день по подаче заявлений на кандидатов из наблюдателей для регистрации их в окружном совете. Эта процедура подачи заявлений завершена. Сегодня мы окончательно утвердили те конкуренты, которые успели подавать кандидатов, наблюдателей в участковое бюро.